Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. Давайте приготовим домашние бульонные кубики, которые потом можно использовать в приготовлении блюд. Из плюсов такой заготовки – они могут храниться месяцами в морозилке, а когда нужно будет – быстро приготовить суп. Кубик нужно будет просто залить кипятком. Два куриных филе нарезаю небольшими кусочками произвольной формы. Три-четыре средние морковки натираю на крупной терке. Три луковицы нарезаю кубиками и измельчаю пучок зелени. Можно еще сюда добавить чеснок. В разогретую сковородку наливаем немного подсолнечного масла и отправляем наше нарезанное филе. Немного обжариваем, добавляем нарезанный лук. Снова же обжариваем и добавляем морковку. Накрываем крышкой. Дальше солим. Добавляем 1 ложку куркумы, 1 ложку сушеного чеснока. Накрываем крышкой, протушиваем, добавляем 0,5 литра воды и тушим до готовности. Выключаем, высыпаем зелень, накрываем крышкой. Половина дела сделана. Полученную массу отправляем в чашу блендера и измельчаем. Высыпаем в миску. Готовую массу раскладываю в силиконовую форму. Можно взять любую другую форму. Но из всех форм мне больше всего нравится делать эти кубики в силиконовой форме. Они очень легко достаются. Форму заполнили и отправляем в морозилку часов на 5, а лучше на ночь. Достаем, вынимаем все кубики. Они очень легко вынимаются. Из моих продуктов у меня получилось 26 кубиков. Вес кубика 68-70 грамм, в таких пределах. Кубик можно залить чашкой кипятка, хорошо размешать, добавить яйцо, еще немного зелени. И вкусный натуральный бульон у нас готов. Самое главное, вы знаете, что вы туда добавили. Это очень вкусно. Такие бульонные кубики могут обогатить вкус различных блюд. Приятного аппетита! Спасибо за внимание. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Желаю вам удачи на кухне. Экспериментируйте. Готовить легко. Подписывайтесь на мой канал. Будем готовить вместе. Скоро увидимся. Пока!